Здравствуйте, туристы-милитаристы! Миру мир, нет войне. Во первых строках своего письма я вам сообщу печальную новость, которая меня прям на самом деле очень сильно опечалила, потому что у меня в моем личном собрании ножей нет ни одного хобаковского ножа, но мне как бы действительно нравится вот этот вот его стиль. Он и не совсем метфордовский, он и тем более совсем не Андре де Вилье и даже не Бастиен Каф, это именно свой, именно конкретный стиль, плюс вот эти вот очень-очень прикольные его, помните, там хаски и самые разнообразные варианты, именно вот его очень прикольные вот эти вот патчики, и как бы было бы так и здорово и так далее, но грустная новость заключается в том, что компания Jake Hobok Knives прекращает свое существование, то есть они сейчас дораспродают склады, и я могу сказать, что то есть очень-очень скоро эти ножи станут раритетными. Безусловно, на европейском континенте самый большой выбор хобоковских ножей до сих пор пока что есть в Ламнии. Они все, конечно же, не дешевые, но это именно, грубо говоря, это вот своя ниша. Вот, и печалька, реально печалька. Почему? Потому что Джейк Хобок, он не отходит от дел, он сейчас начнет заниматься кастомами, соответственно, его ножи будут стоить просто овер дофига денег. Так что вот так, потому что, опять же, вот, насколько вот какие-то, вот, у него все такие ножи мощные, такие брутальные, мускулистые и прочее, но этот дурында, это просто какая-то, сейчас, как вы знаете, в моду вернулись, скажем так, мода на ножи, определенные тренды, она абсолютно такая же цикличная, как все, что касаемо любой другой там моды, на что бы это ни распространялось. Вот. И сейчас на наших глазах вот мы в какой-то момент от тяпок перешли к классике. Сейчас классики все еще полным-полно, но сейчас буквально каждая себя уважающая компания, наживая в индустрии, она выпускает керамбиты. И казалось бы, уже сколько я их вам показал. Но это, блин, это просто какой-то вынос мозга. Это просто, сука, кастет. По-другому не скажешь. Кастет с функцией вскрытие посылочек. Итак, печально, что контора уходит с рынка. Несмотря на то, что здесь все невероятно броско, торчит вот это вот кольцо, часть рукояти, красиво все сделано. Но это на самом деле, во-первых, это очень красиво, ребят, сейчас я вам покажу поближе. То есть вот этот вот топор Джейка Хобока, здесь всяческие разнообразные текстурки. Вот это вот именно таким многогранником идет вот это кольцо керамбитное. Здесь идет темный такой stone wash по титану. Не бросается в глаза, несмотря на то, что ты понимаешь, что это действительно какой-то просто какой-то прям брутал какой-то, стероидный нож. Еще один плюс, который сразу бросается в глаза, это керамический стеклобой. То есть раз, чпынькс, и он именно стоит не здесь, видите, а он именно стоит вот здесь, что ты просто раз, и стеклышко разлетается. Так, как-то меня последнее время, ребят, проперло на керамбиты. По-другому я не могу сказать. Это именно вот такое слово, которое приходит у меня в голову. Почему? Потому что я на самом деле вообще не считаю керамбиты хоть сколько-нибудь там какими-то именно, ну, утилитарными ножами. То есть они, безусловно, юзабельные. Вы можете им там разрезать яблочко, почистить картофельную, вы можете им вскрыть упаковку, перерезать нитку. В конце концов, не будем забывать про какие-то именно злобные мысли, которые возникают. Невероятно комфортная рукоять. Сука, насколько я не люблю отдавать палец вот куда-то, вот в какое-то отверстие, насколько я редко получается так, чтобы керамбитная рукоять была комфортная, но здесь просто все вот как будто реально, как будто просто взяли и отлили под послепку моей ладони. Очень комфортная рукоять.
366 евро на Ламне. Ну ладно. Хорошо. Так вот, клипса у нас, кстати говоря, двухпозиционная под правую и под левую руку. Причем, опять же, я сейчас не буду заморачиваться, какая правая, какая левая. Здесь очень сильно зависит именно от хвата, которым вы выхватываете нож сам по себе из кармана. И здесь конкретно в этом керамбите, здесь помимо того, что вот он, ну, тукан, понятно, вот он именно, вот эти все приколюшки, они действительно очень классные. Здесь помимо того, что он прям такой, ну, красивый, сделано вот просто столько деталей, глаза разбегаются, как вот этот вот именно треугольный шпенечек, полушпенечек, таблетка сделана, как вот здесь реализована рукоять из двух частей, как поставлена клипса, то есть вот настолько красиво получилось, настолько получилось классно, действительно очень печалит, что компания уходит с рынка, потому что мы будем теперь любоваться откуда-то совсем издалека ножами этого мастера. Невероятно крутейшая просто здесь механика. Меня немножко удивляет тот момент, что нет как такового зацепа. То есть ты, здесь мне интересно сам по себе, как происходит момент. Давайте еще раз посмотрим под правую руку. Раз. Вот я так боком поверну немножко. Я достаю. И дальше что происходит? То есть каким образом, если у меня уже, предположим, под обратный хват керамбитный я беру нож, как я его раскрою? То есть если у меня здесь нет какого-то крюка Эмерсона, если нет какого-то зацепа, то соответственно здесь получается о каком-то мгновенном раскрытии не идет речь. Почему? Потому что здесь очень удобно. Я очень надеюсь когда-нибудь увидеть эту реализацию на каких-либо, на любых других ножах любого другого производителя. Именно вот это вот треугольничка напомнил мне немножко аламиков. Очень классно открывать, но при этом, если вы хотите именно вступить в какое-то керамбитное противоборство, вам нужно еще и развернуть рукоять и взять именно, вот, собственно говоря, оригинальный керамбитный хват. То есть здесь немножко... Ну, по мне, так немножко он, при всем при том, что нож чисто визуально вызывает просто у меня восторг, с точки зрения вот его применения, здесь как-то вот так. Плюс, насколько, сейчас посмотрим, разрежу я себе руку или нет. Нет, невелика вероятность, здесь у меня не получается никак нажать на кнопку, то есть к баттон-локу здесь претензий как таковых нет. Никогда не разгонялся на тему использования керамбитов и сейчас не буду. Мое дело вам показать нож, показать действительно вот Stonewash ни по рукояти, ни по клинку никогда не был и не будет моим любимым финишем. Но здесь Stonewash реализован настолько идеально, он настолько именно вот свинцовое небо Балтики, знаете, именно вот такой вот прямо вот осень такая поздняя, очень красиво, очень. Все эти насечечки, все вот эти вот дела. И, безусловно, здесь вот сам по себе гринд, выход на этот треугольник. Нож получился, на мой взгляд, потрясающе красивый. И вообще керамбитчики, разработчики и дизайнеры керамбитов, они, конечно, огромные халявщики. Почему? Потому что они... Ну, керамбит тяжело испортить. Керамбит сам по себе, он очень хищный, стремительный нож. И там совсем буквально немножко вбросить каких-то деталей, и он получается именно красивым. То есть я предположу, рискну предположить, что подавляющее большинство людей, которые носят на карманах керамбиты, они их носят потому, что просто нравится, а не потому, что там «Хоча! Хочи! Там, чё ты там? Давай, моё кунг-фу против твоего кунг-фу». Нет, это именно спокойно вскрыть посылочку и любоваться, играться, крутить в руках. Класс! Так что, ребята, сейчас, секунду, продолжаем.
На самом деле весь прикол в том, что я вам ТТХ так и не рассказал. Итак, Tactical Toucan Karambit, Jake Hobok Knives. Дизайн Jake Hobok, длина 187 мм, длина клинка 65 мм, ширина клинка 31 мм, толщина по обуху 3,9. Как говорится, пусть будет. Здесь даже вогнутые спуски ведь частично у нас, при всем при том, что кончик усилен многократно. Финиш клинка и рукояти очень красивый. Stone Wash. Что-то среднее. Давайте так назовем это. Grey Wash. Потому что есть Stone Wash, есть Black Wash. А это пускай будет Grey Wash в честь Джейка Хобока, как говорится. Вес 153 грамма. Сталь CPM 20 CV. Рукоять титан, замок баттон лок. На ламни этот нож стоит 366 евро. У меня нет никаких сомнений, что я вот этот нож отошлю в ламнию обратно, купят его буквально вот скоро, быстро, сразу. А сейчас, когда разойдется информация о том, что контора закрывается, очень многие ножи будут покупать просто именно как некий раритет, скажем так. Добавить больше нечего. Красота, как она есть. Все, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока.